Здравствуйте, уважаемые компьютерозрители. Мы сейчас с вами находимся возле Сваргадвара. Сварга означает высший мир. Вот. Здесь по-простому, если перевести, не перевести, а значение этого места — это крематорий. Здесь на дровах сжигают трупы людей. Считается, что кого сожгли здесь, тот обретет, ну, в общем, это благоприятно очень для души, для сознания человека, который здесь будет сожжен. Вот. Ну, сам этот процесс, как там палят трупы, я снимать не буду, чтобы для слабонервных не портить аппетит и прочее. Вот. Ну, здесь вот постоянно это делают. Вот, видите, Сваргадвар.